будет пятый год. Вот. Задача наша популяризировать грудное вскармливание, рассказать обществу о том, что кормить можно, нужно и что кормить должна каждая женщина. На наших сейчас полянах, специально организованных для нас, для мам, проводятся лекции по разным вопросам о кормлении грудью. Вот. Для того, чтобы дать вот это вот максимум новой информации, наших мам кормящих должно быть много, их вообще должно быть 100%. Вот в этом наша цель. Хорошее душевное мероприятие, очень здорово все организовано, много мамочек, будущих мамочек, детей, все очень по-семейному, по-домашнему, очень много полезных вещей здесь есть и представлены всякие компании, которые полезные вещи для мам и для деток, интересные темы поднимаются, нужные, необходимые.